буквально позавчера пришлось выступать в прямом эфире по телеканалу «Союз», и был задан один такой вопрос, я бы сказал, очень важный вопрос, серьезный вопрос, вопрос, который волнует довольно многих, и ответ на который все-таки мы должны, ну, по крайней мере, вариант ответа должны себе представлять. Вопрос был задан такой. Вот вы говорите, что в конечном счете могут спастись и все даже люди. Ну, правда, это не я говорю, говорят святые отцы, ну, приписали мне, это, конечно, большая честь. Да. А вот у меня, и он начал перечислять, этот вопрошающий, перечислять, а вот у меня и родственников наговорил, человека 3 или 4, причем разных религий, представляете, ну, просто молодец собрал. Один там буддист, другой иудей, третий мусульманин, четвертый, не помню, ли протестант или католик. И все они, когда услыхали эту мысль, идею, то сказали: все, теперь мы православными не будем. Зачем? Когда в любой религии можно спастись. И разницы никакой нет. Конечно, мысль выражена настолько утрированно, что, конечно, немножечко дрожь берет. Ну вот почему это мне хочется об этом сейчас поговорить. Как иногда можно легко, даже я бы сказал легкомысленно, оценить какие-то великие буквальные идеи, которые высказывались не кем-нибудь, а великими святыми отцами, великими, в полном смысле этого слова. Действительно, есть святые отцы, которые говорили о том, что спасение только в христианстве, более того, даже только в православии. Кстати, об этом говорил и Игнатий Брянчанинов, святитель, в честь которого мы сегодня собрались. Так, а я потом скажу, что он говорил и другое. Так, а есть тоже великие святые, и тоже их очень много, которые прямо говорили о другом, что то, что было великолепно выражено в богослужении Страстной Пятницы, где мы слышим такие поразительные слова: «Царствует ад над родом человеческим, но не вечнует над ним». Царствует, но не вечнует над родом человеческим. Вообще, я скажу, поразительные, конечно, слова. Об этом, именно об этом конкретно, говорит все пасхальное слово, которое зачитывается на Пасху. Наверное, все, кто были на Пасху, слышали его. Это потрясающие, потрясающие буквально слова. Причем надо понимать, что это же был не просто, знаете ли, какая-то лирика, высказанная от лица святителя Иоанна Златоуста. Это было догматическое выражение учения Церкви. Итак, с чем же мы сталкиваемся? Это все преамбула, что я говорю, не подумайте, главная часть впереди, вы не беспокойтесь. Итак, с чем же мы сталкиваемся, перед чем мы стоим? Оказывается, мы находим в учении в Церкви, вы слышите, в Церкви, вот одна Церковь, две линии учения. Одни из отцов прямо повторяют Евангелие, пойдут сию в муку вечную, другие – прекрасно зная тоже Евангелие, прекрасно зная слова Христа, и ни на одну йоту не желая противоречить Ему или выступать против Него, утверждают другое. Нет. Вечные – правда. Бесконечные – нет. Нескончаемые – нет. Это они действительно утверждают. Почему я говорю об этом? В силу от того заданного вопроса. Вопрос-то очень важный, действительно, и он часто проистекает из какого-то непонимания буквально самого главного. Когда заблудился человек в лесу, не знает, куда идти, но ему говорят: да не беспокойся ты, земля круглая, куда не пойдешь, все равно придешь. Что из этого? Все равно в болото, в непроходимые дебри. Там, где, может быть, лютые звери, там медведица с медвежатами, которые во мгновение ока растерзают тебя. Это все равно, да? За водичкой сходить вот сюда рядом или полететь, может, в Нью-Йорк, там набрать? Или в Сан-Франциско?
даже не понимают многие такой простой вещи, что человек призван к чему? Он призван искать верный путь жизни. Он по самой своей идее призван искать истину. Что такое спасение? Это верный путь жизни, благодаря которому только человек приходит туда, где действительно есть он, Бог, а не фикция Бога. А как легко ошибиться и попасть совсем не туда. Почему об этом сейчас я говорю? Потому что сегодня мы, вспоминая этого великого святителя нашей русской церкви, мы что прежде всего, если хотите, вспоминаем? Того человека, который всю свою жизнь, я бы сказал, посвятил тому, чтобы самому, во-первых, изучить, узнать, испытать, исследовать, где же эта истина, где этот верный путь, и затем поделиться этими своими исканиями, поделиться причем не просто личными мнениями. Это протестантизм будет, когда мы делимся личным мнением или личным духовным опытом. Нет. А посмотрите, как он делится. Всюду подстрочники, ссылки на опыт великих, общепризнанных, святых, то есть которые говорили тем же Духом Святым, которым написано и само Священное Писание. Так вот, этот его путь, если хотите, искание, он был, конечно, замечательным. Посмотрите, это с самой юности, что он делал. Ну ладно, в детстве, хорошо, ну такой склад уже, так он родился, таким все. Но посмотрите, поступает в высшее инженерное училище. Это элитная школа. Ну еще бы, сам кто возглавляет, великий князь, который стал императором. И посмотрите, что с ним происходит. Кто такой были офицеры? Как всегда, это веселый народ. А в то время, это же эпоха-то какая была, вы же помните, декабристов. Как раз эта эпоха же была. Помните, как однажды он своему духовнику, Дмитрий Александрович, сказал, что он борим помыслами. Вы знаете, что началось? Боже мой, не приведи Бог. Его затаскали. Какими помыслами ты борим? Революционными, наверное, да? Ну что вы, кстати, показатель, какой печальный показатель, кто был духовник, который тут же донес. А что доносить? Ну что он сказал? Если бы он сказал, ну я хоть горю желанием свергнуть царскую власть, выступить там против существующего порядка. Нет, борим помыслами. Дмитрий-то говорил об одном, духовник-то понял другое, и началась самая неприглядная история. Так вот, кем он был? Вот благодаря потрясающему, конечно, по своей силе, я бы сказал, образовательному процессу и воспитательному процессу, который он получал в своей семье. Кстати, не буду заканчивать фразу. Хочу сказать, какое воспитание? Вы подумайте, что бедные были, нечем кормить было, да, детей бедному помещику, да, Александру Семеновичу? Да. Посмотрите, няня боялась дать кусочек чего-нибудь, хлебушка, калачика, чтобы съели дети. Дисциплина была потрясающая. Воспитание. Прекрасно понимали, в то время великолепно понимали, что воспитание души невозможно без воспитания тела, дисциплины поведения. Это невозможно. Кстати, это прямое противопоставление тому, что идет сейчас на нас с Запада и что уже практикуется нередко у нас во многих регионах, так называемая ювенальная юстиция. Основной тезис какой? Какой? Да. Безнаказанность ребенка. То есть, а что такое безнаказанность? Отличное, лучшее средство развращения ребенка. Все. Вы его потом не поймаете. Это человек, который уже погиб. Он вот этот божок, который привык только получать жертвы. Это идол, которому должны только кланяться. Кто? Родители и затем все прочие. И губят человека.
Почему губят? Совершенно очевидно, когда эти два идола встречаются, эти два бога встречаются, каждый привык, чтобы только ему приносили жертвы, что между ними начинается? Я прежде всего говорю о семье. Что будет, когда бог с богиней встретились? Что будет? И это именно происходит. Так вот, может быть, слишком суровые были методы. Трудно сказать, как правильно заметила Ольга Ивановна, что не во всем можно доверять этому так называемому полному жизнеописанию жизни святителя Игнатия. Не во всем можно. Там, может быть, кое-где, может быть, сгущены действительно краски, но факт бесспорный, что была дисциплина жизни, дисциплина воспитания. И посмотрите, каких людей, все, ну, епископ Игнатий – это просто это особый разговор, но все эти дети, посмотрите, насколько они были прекрасны. И, кстати, как они себя проявили и на общественной, и на государственной службе, и в своей семейной службе, как много значит вот это некие рамки. Кстати, знаете, как называются вероучительные определения вселенских соборов? По-гречески называются «оросы». Орос – это что такое? Вот он, пределы, за которые нельзя выходить. И здесь пропасть, и здесь болото. Ты должен идти вот здесь, смотри, как гать. Знаете, в архангельских лесах, где болото, куда, не дай бог, попадает, если вот тот же лось, и затягивает трясину, и ничем уже не вытащить потом его. Бедный кричит, постепенно погружаясь туда. Страшное дело. Оросы, вот пределы, нельзя выходить. Так и было это воспитание в семье Брянчаниновых. Кого воспитали, мы немножко видим хотя бы на самом Игнатии. Так вот, он получил не только это воспитание души, воспитание тела, он получил блестящее образование, и зная, уже в 15 лет, зная даже древнегреческие и латинские языки, уж не говорю там немецкий, французский, английский, уж ну как же так не знать, ну что. Многие дворяне уже и русский язык забывали, только по-французски говорили. Так он искал. А почему искал? Ох, какая это была эпоха. Все те, кто занимается историей, они могли бы сейчас бы нам расписать, что это творилось в это время в умах, в самой атмосфере жизни нашего светского общества. Нет, в деревнях крестьяне оставались, там еще была твердость, а все светское общество, великосветское общество, оно же все было в брожении. Брожении каком? Религиозном, в частности. Не знали, где истина. Уже многие перестали вообще искать эту истину. Да не все ли равно, во что верить, как верить? Безразлично. Раз в год принес справку о том, что ты поисповедовался и причастился, и все, ты можешь оставаться чиновником. Я обращаю ваше внимание, мы, ой, как до революции церковь была. Это что такое, скажите, принести справочку, что я побыл у священника на исповеди и причастился раз в году. Это как, интересно? Это православие, да? Какая насмешка над православием. Поэтому удивляться не приходится, что в конце концов наша Россия пришла к революции 5-го, потом 17-го года. Все разрушалось изнутри. Так вот, это время, время религиозных брожений, невероятных брожений, когда все светское общество было поражено буквально этим самым, он, Дмитрий Александрович, он действительно получил, я не знаю, в Евангелии, помните, притча о талантах, какой-то талант от начала, просто в рождении получил талант чего? Не гонять мяч по полю, а талант искания истины, когда другим было безразлично, все равно, а этот бедный не находил покоя, где же оно истина? Читает литературу латинскую, слышите? Изучает западную литературу,
изучает восточную литературу, восточных отцов изучает. Кое-что было переведено, но в его время еще очень мало было переведено на русский язык. Благодаря своим познаниям в греческом языке и в латине он мог читать в подлинниках. И он приходит к выводу, это разумное исследование было. Слышите, то, что мы назвали научным исследованием, научным подходом, приходит прямо к выводу. Да, я увидел и нашел поразительное согласие, поразительную обоснованность в учении святых отцов. Это люди, которые жили в разные эпохи, разных сословий, разного образовательного уровня, но которые следовали действительно вот прямо евангельскому пути жизни, приходили к одним и тем же потрясающим плодам. Ведь единственное можно найти в чем угодно. Плоды какие были. Плоды те, которые церковь назвала святостью. И эта святость была явлена, мир видел. Они прятались, скрывали. Потому что каждый добродетель глубоко целомудренно. Христос, помните, воскрешает дочь Иаира, никому не говорите. Исцеляет прокаженного, никому не рассказывайте. Вы слышите? Так вот, эти святые, да, святость обязательно пробивалась, обязательно люди видели. Это было объективное доказательство того, что здесь истина. И он, этот молодой офицер, пораженный этим единством их, пораженный этой святыней, наконец, потом пишет: «Я увидел, где истина». Где истина? Он увидел, какое великое отступление произошло в Западной Церкви. Он прямо об этом пишет, даже подчас резко. Эти сумасшедшие, говорит, Франциски, Терезы, прям так пишет. Кажется, это звучит оскорбительно. Те, кто немножко бы посмотрели только на путь их жизни, сказали бы «да», с грустью бы сказали «да». Можно только сожалеть, как это люди, кажется, ищущие Бога, пришли в такое заблуждение. Первое, что в нем поражает, что должно быть действительно примером для очень многих людей – это бескорыстное искание. Ведь нет ничего хуже безразличия. Это самое худшее. В одном месте святитель Игнатий пишет удивительные слова. Удивительные слова. Он знает, что делает. «Ой, вот если бы я вот сейчас вам зачитал, у меня тут написано, вы не беспокойтесь, у меня тут все есть, но я уж своими словами, ладно, переложу». Он пишет, что атеист, который отрицает Бога, подчас бывает гораздо выше и гораздо ближе к Богу, чем православный христианин, безразличный к своей вере. Ух, как вот это да! Вы подумаете, атеист, безбожник, знаете, как мы это здорово, да, безбожие, как сверху вниз я, знаете, как скажу, безбожная власть, как это произносится часто с апломбом, а часто эти атеисты, которые были убеждены истине, вы слышите, они были убеждены не по противлению истине совсем. Они пришли к такому выводу. Выводу из чего? Из такого набора, я бы сказал, аргументов, что ли, фактов, что можно прям за голову схватиться. Ну, что делать? Ну, бывает же и так. Неважно, важно другое. Это люди, которые все-таки искали, которые пришли к совершенно ложному выводу, но они ищущие. Ищущий человек жив, а не тот, которому уже ничего на свете не надо. Я нашел, я православный, идем покутим. И он ставит этих даже атеистов выше. Если это вас беспокоит что-нибудь, я вам зачитаю, у меня, говорю, все тут есть. Все, вот тут, правда, я сказал 34, на самом деле у меня тут всего 4, да, страницы, но это не важно же, в конце концов. Да, вот так. Так вот, мне кажется, что вот это первый и главный момент, первый и главный момент, который чрезвычайно важен в качестве того
кого мы почитаем и почему почитаем, на кого мы должны бы ориентироваться и что он дает в конечном счете. Знаете, как он хоть немножко стимулирует вот мою лень, мое безразличие, но когда соприкоснусь с такой личностью, знаете, дрожь берет, Боже мой, человек с какой силой искал. А второе, а что произошло, когда нашел? Когда действительно благодаря своему знакомству с этим учеником, ученика Паисия Величковского, с этой традицией Величковского, Паисия Величковского, с этой традицией, традицией, которая идет от него, от Паисия, какая традиция? Помните, когда он на Афон-то пришел? Это же 18 век. И он там не нашел ни одного учителя молитвы. Слышите? Но бросился в архивы, в книгохранилище, в эти свитки и ахнул. Он нашел то, что затем опубликовал на славянском языке «добротолюбие». Филокалия. Филокалия, слышите, это не любление доброты. Филокалия – это любление красоты. Доброта – это красота. Калия по-гречески – это же красота. Вы слышите, что нашел? Вот оно, оказывается. Вы понимаете, какая разница? Одно дело – любить добро и добреньких, и все такое, добрых людей. Другое дело совсем. Уровень-то какой? Любление красоты. А что такое красота? Мы увидели и обомлели. Все, пораженные. Или кричим, посмотри сюда, посмотри, да посмотри, что это такое. Человек даже один, он не может, он обязательно зовет еще. И еще, чтобы другие увидели и также были поражены, чем этой красотой. Бог есть первичная красота. И сколько об этом написано у святых отцов об этой красоте. Филокалия. Как назвал-то замечательно. Правда, это не его название, но вот о чем пишут отцы. Нашел. Нашел. И будучи сам великим подвижником, сам будучи такой сильной личностью, устремленной к исканию Бога и истины, да, он воспитал целый сон учеников. Здесь уже, где? Уже в Молдавии. Здесь уже он трудился. Старец Леонид был как раз одним из преемников этой великой традиции, священной традиции. И видите, Дмитрий, молодой офицер, а, кстати, как он себя вел? Говорит, пока я был юнкером, как было хорошо мне, простецкая, ну, солдатская одежда, никто на меня не обращал внимания, я мог прийти в храм, я мог упасть на колени, я мог рыдать, если хотите, и плакать даже. А стал офицером, уже нельзя же это, уже нельзя. И он так сожалел об этом. Но подумайте, Бог коснулся его души. Он увидел, что такое истина. Оказывается, истина – это не какая-то сумма теоретических познаний в своих выводах. Это совсем не просто интеллектуальный плод работы рассудка. Совсем нет. Он увидел, что истина – это есть сам Бог, который, когда касается сердца человеческого, тогда верно происходит то, о чем писали все святые отцы, ссылаясь на Евангелие. Царство Божие подобно тому драгоценному жемчугу, который ищет купец. И когда найдет его, все продает, чтобы только обрести этот жемчуг. Это он и сделал. Вот сегодня вы слышали. Это он, у которого была вертикальная карьера, любимец, любимец императора, императрицы, ну еще бы, блестящий ум, красавец. Человек замечательное воспитание, если хотите, эстет. Ну, все, вот, все, что нужно было, все в нем было. И вдруг все оставляет. Причем никак оставляет.
Вы знаете? От императора какие последовали санкции? В Динабург отправить. Родители отрекаются. Еще бы, отец так надеялся. Вот он, человек, который сделает наш род тем, о котором, может быть, немногие даже могут и помечтать. И вдруг такой удар. Еще один потрясающий пример. Не пример, а еще один, я даже не знаю, что сказать, факт, который просто поражает в его жизни. Все оставляет. Он действительно получил 5 талантов. Это верно. Верно. Есть такие люди, которые по рождению получают разные таланты. Это бесспорно. Вспомните эпоху богоискательства начала XX века. Сколько было богоискателей? Это была прям эпоха. Вы знаете, Бога, все искали Бога, в древ все вцепились. Но, правда, очень немногие нашли Его. Многие, ища Бога, куда ринулись? В изучении философии, всякой теософии, мистики, восточных различных культов, и западных, и опять... То есть та же ситуация брожения, потому что ими руководило гораздо больше любопытство, как бы заглянуть в тот мир, что там. Помните средневековую гравюру, где монах средневековый пробивает головой свод нашей галактики и смотрит, а там что за галактикой-то? Если, конечно, Вселенная, значит, там что-то должно же быть, правда же? А бесконечное представить невозможно. Еще один поразительный факт его жизни. Вы знаете, вот об этом, как бы это нужно бы почаще, ну что ли, напоминать, что хотя бы были вот такие люди, чтобы под одну гребенку-то всех не ставить. Ведь вы знаете, какая наша психология? Вот какая? Я хочу быть выше всех. Это же очень просто сделать, снять головы всем, кто выше меня. Помните Прокрустова ложа, разбойника Прокруста? Вот ложа, все длиннее, обрубаем, короче, вытягиваем. Никого не остается живых. Так и часто мы эту норму человеческой жизни, норму, именно человек и должен быть таким, каким существом? Прекрасным. Прекрасным, прежде всего, надо сказать, это прекрасным, а красота включает в себя всю вот эту совокупность, что ли, добродетелей, о которых мы говорим, всю совокупность заповедей, если хотите, все в себя включает. Он должен быть таковым. И беда, когда этот идеал красоты вдруг снижается до примитивности этой обыденной жизни, когда сводит христианство, сводит православие к набору каких-то предписаний, обрядов. Даже, скажу вам, исполнение таинств, когда сами таинства воспринимаются как исполнение тех же обрядов и больше ничего. Положено креститься, положено причаститься. Положено ходить в храм, положено, сводит к этому. Какой примитивизм жуткий, я уже говорю, даже о чисто интеллектуальной стороне. Но что интеллектуальная сторона? Из православия это что остается тогда? Все выхолащивается. Что выхолащивается? Самое главное – переживание, переживание Бога. Вся суть, если хотите, религии, в чем и состоит – в том, что человеческий взор обращается куда? Вверх, к Богу, к идеалу, к этой красоте. А здесь говорит, ничего нет, все тут, эта красота, вот она здесь, и больше ничего, куда ты смотришь. Вот сейчас особенно эта тенденция велика, когда религию, в частности православие, хотят свести на уровень чисто внешней, я бы сказал, такой деятельности, вещественной, как есть такой термин у Игнатия Брянчанина, у отцов XIX века, слово «вещественный», то есть это этой материальной. Все заниматься вот этими материальными вещами, чем строить, созидать, пропагандировать. Да. Кажется, хорошая даже вещь. Миссионерство – хорошая вещь, не правда ли? Еще бы. Сам Христос сказал – шедший научите, крестящий всех. А что он еще сказал? О, об этом не будем говорить. А знаете, о чем он сказал? Ой. Нет,
Ну, не надо даже говорить. Ну, уж так и быть, скажу. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делаете сыном гиенны вдвое худшим вас. Это что ж такое? Идя, научите все народы, и горе вам. Слышите, оказывается, если мы будем учить вот этой религии, которая видит только весь успех свой вот этих внешнего распространения, внешнем строительстве, внешней форме проповеди, в этой, во всем обрядоверии, так, то горе вам. Религия не это составляет. Религия – это связь человека, человеческой души с Богом. И когда внутри нет, бессмысленным все становится. В чем он увидел суть православия, святитель Игнатий? Это важнейший, пожалуй, вопрос. Важнейший всегда, во все века, от начала христианства и до его скончания. Потому что скончание это будет, конечно. И не думать, что так просто это мы, знаете, как созижу церковь, я врата адова не одолею, это ее. И думаю, что это церковь вот это вот устройство, там патриарх, архиереи, там богословы, монахи и так далее. Совсем не об этом речь идет. Совсем не об этом. В чем же он увидел суть православия? Этот вопрос сейчас приобретает, я бы сказал, особенно большую значимость в связи с тем, что вот эта теософская идея, идея, что все религии приводят к одному и тому же Богу, слышите? Что во всех религиях спасение, слышите? Какое? Знаете, какое? Христос не нужен. Некоторым он нужен. Ну и верьте, пожалуйста, и спасайтесь с вашим Христом. А мы спасемся и с Буддой, и с кем угодно, и с Муном, и с Кришной, с кем угодно, неважно с кем. Это вы, вам нужен Христос. Ну, пожалуйста. Понимаете, в чем беда-то? Теософская идея – это жуткая идея, потому что она отрицает Христа как принесшего уникальное на землю человеческую, уникальную жертву, уникальное совершенно, то есть единственное в своем роде. Этимологически мы знаем, уникальный – значит единственный. Вот в чем дело. И поэтому всякое отрицание жертвы Христа как совершенно необходимое для спасения есть отрицание всего. И вот это отрицание сейчас развивается с очень большой силой. Причем не думайте, что это отрицание идет там, допустим, от тех же там атеистов, например, или от представителей других религий. Там-то они могут заблуждаться искренне даже, представители других религий, так же, как атеисты, о чем он писал. Нет, сейчас процесс идет куда тяжелее, страшнее и опаснее. Вот сейчас в руки попалась книжка, книжка мне Ольги Четверяковой, вот, только что изданная, сотрудница Московского государственного института международных отношений. Книжка называется «Измена в Ватикане», где она приводит факты, прямо высказывания, как таковые. Причем многие высказывания носят такой характер, что нельзя подумать, что это вырвано. Да и едва ли там у нее была идея какой-то фальсификации. Многие из этих высказываний, которые мы видим, которые произносятся из какого источника? Она цитирует западнохристианских богословов, различных председателей различных комиссий, председателей христианских обществ, прелатов, то есть высших чинов той же католической церкви, глав протестантских церквей. Что происходит, оказывается? Идет уже, можно сказать, почти открытая борьба против Христа. Личность Христа уже уходит.
ее или растворяют, или косвенно, а иногда даже прямо подвергают остракизму. Особенно поражает, что она пишет, приводит целый ряд, причем интереснейших не документов и слов. Что происходит? Иуда Искариотский оказывается великий человек. Слышите? Это Иоанн Богослов, это его инсинуации против Иуды. Он был самым верным учеником. А доказательств хотите? Вы сейчас умилитесь все. Когда Христа, помните, арестовали, все ученики спали, правда? Один Иуда не спал. О, какой верный ученик! Да, конечно, он не спал. Только чем он занимался? Это вопрос другой. Вы все это поразительные вещи читаешь и глазам своим не веришь. Оказывается, до чего уже доходит дело? Причем это не что-нибудь, это не просто там отдельные высказывания кого-то, а еще раз вам повторяю, это высказывание таких значительных лиц, значительных персон. Какие диалоги ведутся? Сам экуменизм уже во что превратился? Начинали это, кажется, с такой благой идеи объединения всех христиан в одной церкви. Слышите? Знаете, как прекрасно звучит? Ну еще бы! Все бы объединились. Но в самом принципе была заложена мина. Какая? Вместо того, чтобы искать, а что есть истинная церковь, и в ней объединиться, в основу был положен другой принцип – объединиться в одну церковь, то есть создать из себя, то есть создать Ноев ковчег, где и чистые, и нечистые животные, и все это назвать церковью. И во что превращается? Мы видим, как идет развитие, развитие экуменического движения. Посмотрите, с чего началось, кажется, с такой идеи, которая на первый взгляд была хороша. Было поставлено условие, кстати, когда наша церковь вступала во Всемирный совет церквей, условие было поставлено какое? Чтобы ни одна из церквей, входящих во Всемирный совет церквей, экуменические, так, не вводила никаких новых, ни догматических, ни нравственных положений, которые могли бы послужить препятствием для дальнейшего прогресса в единении. И что вы думаете? Что вы думаете? Не для того был создан он, чтобы не создавать этого. То вводит женское священство. Наши православные кричат, что вы делаете, вы ставите вообще непреодолимые препятствия. Вы что? Не только ноль внимания, а еще обвинение. А вы почему не вводите? Вы же препятствия ставите, мы же договорились. Ну что вы? Теперь еще хуже, уже в моральном отношении. Эти несчастные гомики, да, уже все там, и чего только не делают. И церкви, называемые себя церквами, да, совершают обряд так называемого бракосочетания. Мы говорим, да это же вообще же предел, скандал. Тут, кажется, вообще прекратить всякое общение с такими. И все это идет на какой почве? Вы знаете, если бы экуменизм занимался только чем? Хорошей и благой идеей. Чем? Какой? Чтобы не было ненависти никакой между христианами разных направлений. Ой, какая благая идея. Это совершенно верно. Избави Бог православному ненавидеть католику, католику ненавидеть там протестанта и так далее. Действительно, избави Бог. Это противно Христу, противно христианству. Но, и все, и пожалуйста, находите здесь общий язык в решении каких-то социальных там проблем, может быть, политических. Неважно, тут масса же проблем земной жизни. Нет, нет, это... Не для того мы объединялись только, а для другого. И это другое что? Такое, ну, образно говоря, я скажу, реабилитация и восхваление Иуды, Иудиного дела. Не Христос нам нужен, а Иуда.
Вот, оказывается, кто великий человек. Это, конечно, можно сказать, что эти фразы, которые я произношу, это уже слишком сурово, сгущение красок. Я это как образно говорю, как действительно идея, которая получает все большую реализацию в реальной христианской жизни. А совместное причащение, вы только подумайте. Это что такое? Которые идут уже всюду. На Западе это же и давным-давно. Кого только не подпускают к причастию. Христиан любой конфессии. Более того, уже не христиан даже. Например, Реформатская церковь Франции. То есть идет опошление, слышите? Величайшей святыни, которая есть в церкви, Евхаристия. Призывает к евхаристическому гостеприимству, вы слышите, друг с другом. Это что такое? Называется гостеприимство. Это мистический разврат. И это входит все шире и шире.